Они бывают разные, с крыльями, сердечками, из камня и металла. Они и есть во многих городах, скамейки примирения. Теперь и мозырским влюбленным долго выяснять отношения не придется. Такая волшебная лавочка появилась и в нашем городе. Скамья примирения имеет изгиб. В результате пара, присевшая на нее, обязательно скатывается друг к дружке. Топор войны закапывается в землю и наступает примирение. Разместиться на скамейке могут только два человека. Хочется верить, что поссорившихся пар в нашем городе будет меньше, а влюбленных все больше. Кстати, новую скамью опробовали молодожены, ведь разместили ее в непосредственной близости от ЗАГСа. Арт-креатив совместный в студии ландшафтного дизайна «Санрайз» и мозырского райжилкомхоза. Отметим, что коммунальщики постепенно уходят от резиновых лебедей и все чаще прибегают к услугам профессионалов.